Привет, друзья, зрители канала Игрофильмы. С вами Рашна Нидзука. Мы продолжаем прохождение игры Resident Evil 6 в компании за Леона. Итак, мы прошли практически метро, и сейчас мы из него будем выходить. Метро было довольно-таки жутковатое для меня, по крайней мере. Пару раз даже успел сдохнуть. Все-таки, не знаю, по крайней мере для меня игра довольно-таки непростая. Как писали некоторые в комментариях. Возможно, я не столь хорош, как игрок. Хотя проходил 4-й, 5-й резидент. Silent Hill проходил. Ну, как бы... Легкой я ее назвать не могу. You two will have to cross that part of town to get to the cathedral. Keep your lines open in case you run into trouble. Мать его! Они в форме в какой-то защиты. Пожарники. На, сука! Хелена, чёрт! А, мать твою! Да, вот это тут действие происходит. Просто... Меня просто радует. Блин! Споткнулся, сука! Давай, 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 давай! Ну, это жесть просто. Только вышли из метро, и началась полная жесть. Я не знаю, что будет дальше. Это надо срочно сожрать. Тут ничего нету, интересно. Так, пока зомбарей нету. Давай еще два колеса. Так. Черт. Что ж ты не падаешь-то? Мать твою. Отлично. Порой получается, что лежачего противника добивают несколькими ударами в грудную клетку куда-то. Странно это очень, потому что вроде как только голову нужно размозжить, а на тело не должно влиять. Удары по телу не должны их убивать. Так, а это, по-моему, у нас выживший. Давай, сейчас мы его вытащим. Надеюсь, его не покусали. Мать твою! Что ж тут творится-то? Беспредел полный. Короче, чувак, бедолага, сгорел. Под колесами. Короче, надо валить отсюда. А, я могу уже еще и говорить. Спасибо. Давай я лучше позову. Пошли. Какой-то проходит. О, лесенка. Погнали наверх, пока нас не схватили за задницу. Ну, сколько их там? Ну, ко мне есть что-нибудь? Я нет ничего. Блин, с вами. Нет, тратить патроны я на них, конечно, не буду. Я не такой псих. Пускай там ползают. А-а-а, сука! Тихо, тихо. А вот и стелс. Да.
страшновато. Тут, по-моему, забор. Фух, и никого нету. Тут тип только спит. Бомжеватого вида. Вроде не встает. Надеюсь, сейчас не станет сзади. Дежавю, да, это, наверное, на Raccoon City похоже. Блять, ни хрена, сука! Молодец! Хрена себе! Он еще стреляет! Там у него патроны должны быть. Блять. Сори, за выражение. Ну это реально меня просто убивает все. В хорошем смысле слова. Там ползет. Опять вояк, а он какой-то, блядь, весь бронированный. Я думаю, башню подлазить. Что, патроны есть. Смотрите, какая красота творится вокруг. Ну разве нельзя не любить эту игру? Тут огонь мы не пойдем. Тут уже хавает. Приятного завтрака, скотина. Черт, блин! О, молодец, вот напарница реально помогает. Вовремя все делает. Без нее я бы давно сдох. Сзади смогу подползти. Хотелось бы сделать тихо убийство. Опа! Каска с плеч. Так, подожди-ка. Помню, мне тут надо ящик будет двигать. Ой, извини, я тебя задел. Сначала лучше вот бочечки пооткрывать. Какие-то умения, которые я еще не видел, что они себе представляют. Так, без нее мне никак. They're gonna be all over us with that alarm going off. Only if we wait here. Come on. Так, а нам куда туда? Да не трать ты патроны на них. Пошли отсюда. Ой-ой, что за псих? Видимо, мы его напугали резко. Черт, да что ж такое-то? Я туплю, пипец, я... помоги мне! Блин, какие же они, сука, резкие. Понос не такой резкий. Опа, что там? Ладно, пошли нафиг.
this way. You got it. Да вы шутите? Ёлы-палы, блин, никаких нервов не хватит. Блин. Фу. Так что там за клуб? Модерн какой-то. Бар какой-то. Good idea. It'd be safer if you keep indoors as much as possible. Да? Maybe we can even catch our breath. Didn't you hear me say we have to hurry? Так, ну раз тут можно маленько передохнуть, то мы сделаем маленький перерывчик, друзья. Оставайтесь на канале Игрофильмы.